super important because we are talking about countries and about our work in countries and strategic priorities in countries. And we are delighted to have you all join us here for the launch of a new series on health systems in action insights here at the regional committee meeting. So my name is Gundo Weiler, and I'm director for country support at the regional office in Europe in Copenhagen, and I will lead us today through the session. Let me just say from the outset that, of course, our regional director, Dr. Hans Kluge, wanted to be here, as this series is very dear to his heart. He is actually the one who suggested it in the first place, because he was very eager to ensure that we've got also the countries covered with such reports that are not members of the European Union, for which already we have a very successful series that you're probably all aware of, the country health profiles. And so he very much suggested that, and this is kind of also his baby. So he can't make it today because he's in the ministerial lunch. Сегодня он отсутствует, потому что он находится на встрече министров, но у нас собраны очень интересные докладчики, участники дискуссии, и самый знаменитый человек, господин Горовец, нашего регионального комитета. К сожалению, у нас нет для вас таблички, вы в этом и не нуждаетесь, все вас знают. Вы не могли бы выступить со вступительным словом? Ваше превосходительство, друзья и коллеги, очень рад присутствовать здесь, на этом параллельном событии по серии «Инсайта». Эта серия дает нам сжатый и стандартизированный способ сравнения наших систем здравоохранения. И я вижу, что есть огромное значение на министерском уровне международных сотрудничеств. Наш профессор Харш является руководителем, и мы извлечем огромную пользу из понимания того, с какими трудностями сталкиваются разные страны региона, и очень хорошо в таком контексте обсудить передовые методы работы. Что касается меня лично, то мне было очень полезно готовиться к этим двусторонним встречам. Я надеюсь, что вы выделите некоторое время, чтобы ознакомиться с докладом Израиля, и уверен, что вы найдете презентацию генерального директора Аша по преимуществам и трудностям наших систем здравоохранения. Это просто удивительный доклад. Он вас не разочарует. Спасибо большое. Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем для того, чтобы наладить контакты с представителями разных систем здравоохранения. Мы всегда очень рады новым сотрудничествам, рады учиться, делиться опытом с нашими друзьями. Спасибо большое и желаю вам плодотворных дискуссий и обсуждений. Спасибо. Thank you, Minister, for welcoming us. Спасибо, господин министр, за ваше приветствие на этом мероприятии. Как я сказал, у нас очень важные участники: заместитель премьер-министра, государственный секретарь, генеральный директор здравоохранения, главы международных департаментов здоровья, но мы их представим по мере нашего мероприятия. У нас очень сжатый график сегодня, поэтому начнем сразу. Также отдать должное другим участникам, это включает наши коллеги из ВОЗ, и также присутствуют коллеги из обсерватории, которые готовили публикации. Очень рада тому, что вы присутствуете с нами на этом мероприятии. Спасибо большое, что это мероприятие стало возможным. Как сказал наш региональный директор, когда было начато, мы понимали, что это должен быть не только документ, но он должен приносить конкретную пользу. Мы должны получить понимание того, что происходит в разных странах, какие у нас есть стратегические приоритеты и как наши партнеры по развитию могут поддержать страны в достижении этих целей. И для начала я хотел бы попросить Дэвида Навилова из отдела здравоохранения, из отдела страновых стратегий систем здравоохранения. Он расскажет нам об этой серии и расскажет о том, как она может быть полезной для всех нас. Дэвид, вам слово, прошу.
Thank you, Gundo. Good afternoon, colleagues. Спасибо большое. Добрый день, дорогие коллеги. Страшновато выступать от имени нашего регионального директора, но я знаю, что он считает эту серию очень волнительной и полезной. Это его детище в некотором смысле. Также я выступаю вместе с Наташей, директора отдела страновых стратегий систем здравоохранения. И мы очень рады, что Наташа присутствует с нами, потому что она действительно верит в серию инсайта. Речь идет о данных, о системах здравоохранения. Иногда такие данные получить сложно. Я постараюсь быть кратким в моей презентации. Мы все очень гордимся нашим достижением. Это ряд описаний 14 систем здравоохранения. И это поможет понять систему здравоохранения страны за 30 минут. Почему же кто-то захочет понять систему здравоохранения страны всего лишь за полчаса? Нам известно, что лица, принимающие решения, просто заполнены информацией, и поэтому это поможет им получить общий обзор. Нам известно, что министры здравоохранения за пределами ЕС и, конечно, в пределах ЕС должны понимать сложности систем здравоохранения и взаимосвязи внутри этой системы и между разными системами здравоохранения. Это необходимо для более широкой коммуникации и ведения переговоров. Это необходимо для того, чтобы убедить министров здравоохранения, других министров, министров финансов, например, для того, чтобы они получили четкий обзор, и это также позволяет нам сравнить системы здравоохранения разных стран для того, чтобы объяснить, что происходит на практике лицам извне, будь то консультанты, коллеги или же партнеры по развитию. Региональный директор хотел также, чтобы все лица, принимающие решения, получили непосредственный доступ к научным данным. Это дает им четкий, емкий обзор, которому они могут доверять, которым просто пользоваться и который регулярно обновляется. Отдел страновых стратегий. Систем здравоохранения, которую я представляю, а также Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения работали над этой серией, и мы создали серию инсайта. Мы лишь на 15 страницах отразили текущее состояние систем здравоохранения в государствах, не являющихся членами ЕС. Также мы выделяем отдельный вопрос. Это такие темы, например, как COVID. Сегодня мы услышим об этом от директора отдела. И также хотел бы упомянуть европейскую программу работы. Серия инсайта представляет данные в контексте систем здравоохранения и позволяет отследить прогресс, который будет важен для государств-членов. Мы убеждены, что инсайты позволят нам добиваться прогресса. Мы надеемся, что вклады выступления других докладчиков помогут вам. Надеемся, что мы будем продолжать эту серию и обновлять ее. Спасибо, Дэвид. This is quite something. 30 minutes to read the document and to get orientation. Да, действительно, за 30 минут прочитать документы и получить представление о системе здравоохранения. And really testifies to the huge effort that went into this. Now this is 30 minutes to read the document. And now in the next segment, we've got 30 minutes for reading the document. Мы хотим передать слово профессору Ашу. Он за 4 минуты объяснит то, как система здравоохранения Израиля представлена в документе. Он поделится своими соображениями. Спасибо большое за то, что присоединились сегодня к нам. Спасибо большое. Для меня большая честь
быть представителем первой страны, от имени которой мы делимся серией «Инсайты», и я убежден в том, что эта программа поможет всем странам улучшить наше положение, лучше понять, что происходит в других странах, как они действуют в рамках своих систем здравоохранения, и мы извлечем уроки. Это уникальная серия, я разъясню ее слабые и сильные стороны за 4 минуты, вернее, сильные и слабые стороны нашей системы здравоохранения. Система здравоохранения Израиля предоставляет всеобщий охват здравоохранения по четырем аспектам. Первый — это национальная медицинская страховка, которая охватывает всех жителей Израиля. Второе — это пакет финансируемых государством услуг, которые оплачиваются и предоставляются в рамках четырех медицинских систем. И третий аспект — национальное медицинское страхование также покрывает почти все расходы на услуги с небольшими дополнительными платами со стороны граждан. Важное осознание состоит в том, что у нас расходы здравоохранения составляют сравнительно небольшую долю от ВВП и на душу населения. Это показывает, что есть высокая доля добровольного медицинского страхования. 82% взрослых в Израиле имеют ту или иную добровольную медицинскую страховку помимо национальной медицинской страховки. И половина населения имеет даже две добровольных медицинских страховки. Одна, которая входит предоставляет государство, и другая, которая предоставляет частная страховая компания. И это связано с обеспокоенностью населения касательно доступа к обслуживанию. И также жителям Израиля приходится выбирать хирурга, их количество ограничено в государственном секторе. Также в государственном секторе есть длинные очереди. Также в Израиле имеется нехватка медицинского персонала, медицинской инфраструктуры, и мы знаем, что лица с низким доходом иногда не получают нужный уход вследствие высокой стоимости услуг. И большинство населения получает услуги практически бесплатно, поэтому, но некоторые хотят получать дополнительные медицинские услуги, поэтому покупают дополнительную частную страховку. Electronic records are with us for 30 years, and they enable integrated care, patient empowerment, and research. Another strength is that 63% of adult patients in Israel report a GP coordinating their care. Of course, we want it to be higher percentage, but it's quite nice. The primary care infrastructure and workforce were keys to our coping with the COVID-19 pandemic and especially the fast vaccination rollout. The insight also demonstrate the low bed to population ratio, reflecting a long running government preference to move as much patient out of hospital to the community based settings. And actually in 2019, the outpatient care 47% of current health expenditure, while the European average is around 26%. Yet, inpatient should be strengthened with focus on intensive care beds, again, as learned from the COVID-19 pandemic. Public health should be promoted and disparities reduced as
many of the we face obesity and diabetes, which are growing concern in population, especially in low income ones. Quality of care is high and promoted by transparent monitoring, both in the community care and in hospitals. However, we need to strengthen preventive care and healthy behaviors among minority populations. Last slide. In this slide, I would like to focus on certain policies that further improve the performance of the Israeli healthcare system. Four key issues. One is expanding, diversifying, and regulating the cadre of health workers to ensure quality. We must increase the capacity to train more doctors and nurses in Israel. Second one is ensure financial stability of hospitals and health plans and improve costs and prices. The third one is to further develop mental health care, outpatient services availability, increasing inpatient staffing, stigma reduction, increasing the number of psychiatrists and improving integrated care. And the last one is regulating private healthcare provision and funding to address the inefficiencies in the system. And I'm leading such a committee that dealing with the regulation of the public and private sectors to find the better way to do that. We want to reduce the disparities based on ownership of voluntary health insurance and reduce negative spillovers to the public health system. Thank you very much. Thank you so much, Professor Asch. And indeed, that was a real speed dating with the Israeli health system, and you did excellently so. And for those who are now more curious, there's the 30-minute version of that also available for all of you. Now, we will just step back a little bit. I'm sure you are quite curious about that series, and I will now ask two colleagues to make a brief intervention. First, Susie Lesov, who's with the Observatory, and who's been coordinating the development of this series. And she will give us a bit of an insight, how the Insight series was put together. And then, as you will note, the series, and it has been said before, always provides an opportunity to also highlight specific technical issues. And we've got with us today our technical director from the regional office, Bert Sudi, who's directing the program, the division of country health programs. And she will talk a little bit about one specific technical aspect that can be highlighted very well through this series. And you will learn about that in a couple of minutes. Susie, first you, and then Nina, over to you. Thank you, Gundo. And thank you, Director General, for setting out how the Insight captures the big picture and key issues for Israel. Before we hear from Georgia, Montenegro, and Tajikistan, thank you, I'd like to reflect very briefly on how we design the Insights to support policymakers. With our colleagues of the Division of Country Health Policies and Systems, Natasha Azapadi Muscat, David, and his team, the Observatory chose a structure that would foster common understanding. So each insight explains in a standard, consistent way how the health system is organized and paid for, the services it delivers, and how resources are generated. Our colleagues in the WHO Barcelona Office for Health Systems Financing tackled how far the system protects the population financially, and we look at the system's impact on the ultimate goal, people's health. We've also placed a lot of emphasis on a comparative understanding. The insight will show you if life expectancy is better or worse in your country than in others, or how the numbers of hospital beds stack up, or whether public spending on health is rising or falling with time. We did this because insights are meant to be used in practice. We see them as an entry point for discussion. So the standard structure and the signposting mean everyone can be on the same page on how things function and on what doesn't work. The comparative information allows health policymakers to ask why. Why other countries have a different ratio of doctors to nurses, why they rely less on out-of-pocket payments. The insights also allow achievements to be shared. So if investment has led to better coverage, everyone can acknowledge that. Having a single, clear, concise, and objective picture opens doors for debate and for action.
Next slide, please, Ruth. So far, we have 14 insights, and we will expand the series to cover all non-EU countries. The series cannot, of course, tell a single story, but there are common themes. Public spending tends to be low and out-of-pocket payments high. Primary care is recognized as important, but all too often is not reflected in resource allocation. Workforce shortages affect many countries, and data challenges are widespread. None of this is a surprise. But it does show how much member states still have to do, показывает, что нам необходимо проделать огромную работу, и существует множество возможностей учиться друг у друга, учиться передовым методам работы. Общие темы очень важны, но конкретное осознание инсайтов по каждой стране также играет колоссальную роль. Также мы подчеркиваем общий европейский контекст, он играет важную роль, и необходимо рассматривать ситуацию трансгранично. Результаты одной страны по сравнению с другой — это огромная мотивация, и данные о прогрессе также мотивируют министерство. Мы надеемся, что серия инсайты отобразят комплекс на систему здравоохранения, взаимозависимость ее компонентов, и это поможет нам действительно осознать комплексность этой системы. Не буду говорить о том, как страны пользуются инсайтами, но хочу упомянуть, что у нас есть данные об опыте стран ЕС, они создали профили каждой страны, они стали вдохновением для нашей серии инсайтов, и Министерство здравоохранения использовали эти профили для того, чтобы вести диалог с системами, с Министерством финансов и убеждать их в том, что необходимо больше инвестиций. Мы надеемся, что сайты будут служить этой же цели, и, как говорил Дэвид, надеемся, что это поможет странам представить себя другим, помочь собственную систему здравоохранения и понять, где они находятся в общем контексте, и лица, принимающие решения, увидят, где нужно продолжать работать и где, какие уроки можно извлечь из опыта других стран. Мы надеемся, что в каждом новом выпуске инсайтов мы будем исследовать новую конкретную тему. Сейчас мы концентрируемся на устойчивости от противомикробным препаратам. Об этом мы услышим чуть позже в подробностях. Спасибо большое, Сьюзи. Также благодарю членов моей команды. Спасибо Данилу за лидерство, за то, что они сделали темой фокуса УПП. Я закончила собрание в министерстве для того, чтобы успеть присоединиться к вам, поэтому для меня большая радость представить вам то, какое важное значение играет УПП, и это прекрасная площадка, чтобы обсудить данную тему. И серия инсайта является также прекрасной возможностью обсудить этот вопрос. Здесь существует несколько трудностей, они были выявлены в инсайтах, потому что УПП. Первая трудность, с которой мы сталкиваемся, это доступность данных и эпиднадзор, качество данных. Очень сложно собирать качественные данные в ряде стран. И, как вы знаете, существуют различия в том, что касается потребления антимикробных препаратов и УПП в целом ряде стран. Без данных и эпиднадзора, без информации будет очень сложно добиться изменения политики и будет сложно добиться того, чтобы политики осуществляли эти меры на практике. Европейский эпиднадзор по потреблению противомикробных препаратов — это огромная работа, которую проводит региональное бюро. И хорошая новость в том, что сейчас все больше стран создают соответствующие данные по УПП. Другая трудность — это изменение практик по потреблению противомикробных препаратов и в отношении УПП. И эта трудность касается обучения персонала, потенциала персонала,
а также аспекты управления и грамотности в сфере здравоохранения, а также осознанности в общественности касательно этой проблемы. И, конечно, УПП в контексте здоровья – это становится все более важной сферой нашей работы. Итак, тема УПП в серии Insight помогает нам поместить УПП в общий контекст. И здесь мы хотим подчеркнуть, что УПП — это не какой-то отдельный вопрос, это очень сложная проблема, и она связана с человеческими животными, с аспектами человеческой животной жизни и с окружающей средой. И здесь хочу подчеркнуть, очень важно осуществлять эпиднадзор не только среди людей, но также и отслеживание цепочек поставок, и отслеживание факторов окружающей среды. То, что касается полиомиелита, ковида, также важно осуществлять эпиднадзор на уровне окружающей среды по УПП, чтобы выявить новые появляющиеся патогены. И, конечно же, УПП указывает на более широкие недочеты в системе здравоохранения, а также неграмотность среди населения в том, что касается потребления антимикробных препаратов. И мы видим, что есть нехватка политической воли в том, чтобы инвестировать в УПП. И на этом слайде я закончу. В инсайтах мы выявили не только пробелы и вызовы, с которыми сталкиваемся, но также мы определили и крайне важные меры реагирования, которые можно проводить для борьбы с этой важной проблемой. Нам известно, что COVID-19 было огромным вызовом, но совместные действия всех стран действительно приводят к тому, что мы исправляем ситуацию. Эта серия показывает также, где существуют какие-то пробелы в мерах реагирования на УПП, и это также призыв к общим действиям. Наша команда в региональном бюро очень тесно сотрудничает с государственными членами, со странами для выявления этих пробелов и для реализации услуг, которые приспособлены к местным нуждам. Спасибо большое, Нино. Сузи, for giving us an insight on how these reports have been put together and how they are actually can be used as tools for global change. И вы показали нам конкретные аспекты УПП. Also produced in addition to Israel, теперь другие страны, три страны презентации. Также хотел бы признать наших коллег ВОЗ на страновом уровне, которые работают на местах, работают вместе со странами, не только составляя отчетность, доклады, но также хотел бы предоставить слово нашим представителям по странам, которые расскажут о вот этих отчетах, инсайтов о системе здравоохранения. Грузия, Сильвия Гаменти, Виктор Саский с нами, Таджикистан, наш представитель в Таджикистане. И коллега из Женевы сегодня их нет, но Сильвия, вам слово. Большое спасибо. Для меня большая честь выступать здесь. Министерство перемещенных лиц с оккупированных территорий и здравоохранения. Я представляю это министерство. Долгое название. Это колоссальная структура, которая располагает большими приоритетами и большим уровнем ответственности. Доктор врач, которая закончила медицинский институт, имеет диплом в университете Соединенных Штатов. Она начала свою профессиональную деятельность на первичном уровне. Она уделяет очень большое внимание, в том числе реформированию этой системы.
И, кроме того, она занимает должность директора клинического и диагностического центра в Грузии, но большой опыт работы на общинном уровне, на первичном уровне, и директор также национального. Это достаточно мощный институт и структура, и ее вклад в развитие этого института является замечательным. В 2009 году госпожа Габуни присоединилась к Министерству здравоохранения, возглавила департамент секторальной деятельности, и после этого была возможность получить международный опыт работы с международными проектами в международных организациях ООН, UNSAID. И, кроме того, она занималась вопросами, контролями над туберкулезом, искоренением малярии, работала в Камбодже, то есть колоссальный международный опыт. Затем она вернулась снова в министерство, стала заместителем министра здравоохранения и теперь министр здравоохранения. Для меня, для команды в Грузии это большая привилегия работать с ней. Она не только первый заместитель министра здравоохранения и в настоящее время директор Национального центра системы общественного здравоохранения. Много инициатив совместных в рамках нашего сотрудничества, и госпожа Горбуния будет говорить только, наверное, об одной из этих инициатив, поскольку их достаточно много. Плохо слышно. Не слышно оратора. Очень важно для нас. Это очень важный момент. I cannot hear the speaker. Very low volume of the sound. Опыт за последние несколько лет, который он у нас задокументирован. Мы должны говорить о том, как эта система может реагировать на различные потребности, которые возникают. Документ, который мы подготовили, отражает главные области, которые являются абсолютно важными для всей системы здравоохранения. Мы говорим о кадрах, об управлении, о первичной системе здравоохранения. И здесь я хотела бы сделать акцент на те моменты, которые отражены в документе Insight по первичной системе здравоохранения. Как упомянул Сильвия, Грузия предприняла несколько попыток реформировать эту систему за последние 30 лет. И я была составной частью этих инициатив реформирования. Каждый раз реформы были нацелены на обеспечение соответствующих подходов, но без увязки с остальной системой здравоохранения. А это главное. Вот почему сейчас нужно устранить этот вызов и реформировать первичную систему здравоохранения как составной элемент общей системы, интегрированно. И крупные области, которые мы собирались укрепить в системе первичного здравоохранения, это отражено в документе Insight. Прежде всего, кадры, нехватки кадров, качественных кадров, улучшение условий работы кадров, а также обеспечение доступа к лекарствам, которые спасают жизни. Ну, конечно, очень важно, что Insight разрабатывается на основе имеющихся данных. И здесь, на этом слайде, приводятся некоторые графики, тем не менее, которые иллюстрируют, что
Эти данные представляются в наших документах Insight просто, доступно, которые позволяют провести сопоставление и принять необходимые политические решения. Кроме того, помимо вызовов в этом документе, мы говорим о том, что сработало, что является позитивным. И здесь приводятся некоторые примеры, где мы добились существенного прогресса. И это также отражено в нашем документе Insight. Мы говорим также о необходимых контактах, связи, взаимовязках. И это делается достаточно просто, понятно. Также говорим о последующих шагах. Ну, например, дальнейшее реформирование, например, повышение эффективности выработки политических решений, принятие мер, подготовка кадров и персонала на, кстати, очень высоком профессиональном уровне. Это последующие шаги в нашем реформировании. И также это касается наличия лекарственных препаратов, доступа к ним. И также показана взаимосвязь между осуществлением всех этих действий и уровнем смертности и длительности жизни в Грузии. Речь идет о самых серьезных заболеваниях, от которых больше всего умирают люди, сердечно-сосудистые, осложнения от них и так далее. И здесь у нас имеется партнерство со Всемирным банком и рядом с других международных учреждений, которые помогают нам в этой работе. Другое направление – это телемедицина. Это очень важное направление в нашей работе, которое позволяет охватить большое количество населения и обеспечить им необходимый уход и лечение. Проведение консультаций, например, в онлайновом режиме. Ну и хотела бы подчеркнуть, что мы понимаем, насколько важно усиление первичной службы, но в увязке с комплексным подходом к улучшению здравоохранения в целом, мы должны обращать внимание на комплексный интегрированный подход в этом плане. И это те уроки, которые мы извлекли из прошлого. И это будет хорошим залогом на будущее. И мы работаем в пакетном направлении, разрабатываем пакеты с учетом, конечно, первичной службы прежде всего, но направлено все это на реформирование нашей общей системы здравоохранения. Спасибо за ваше внимание. Thank you very much. Большое спасибо. Нина Браевич, коллега, представит следующего оратора, но она находится на министерском беде. Теперь Черногория. Большое спасибо за то, что вы согласились выступить. Если вы хотите что-то сказать, пожалуйста, я предоставляю вам слово. Спасибо вам. Мне приятно находиться здесь, потому что система Insight оказалась очень полезной, потому что она выявляет вызовы, делает это объективно, поднимает те вопросы, которые мы могли бы пропустить в противном случае, и позволяет нам сфокусироваться на основных проблемах, которые могут быть пропущены, недооценены, и это абсолютно своевременный инструмент, который позволяет нашему министерству четко оценивать ситуацию, видеть разные вопросы, а также разрабатывать политические подходы по их устранению и решению.
Мы в этом году охватили всю систему здравоохранения в нашем документе, отметили основные вызовы и то, что мы делаем в обеспечении прогресса для того, чтобы обеспечить всеобщий охват населения услугами здравоохранения, а также борьбе с НИЗ. Также абсолютно ясно, что нам необходимо решать эти проблемы для того, чтобы обеспечить усиление нашей системы. Также мы об уменьшении детской смертности и делаем все для того, чтобы все новорожденные выживали, и с тем, чтобы наш уровень был сопоставим с общеевропейским или бы даже ниже, чем он. С 2009 года наша статистика в этом отношении была не очень впечатляющей. Кроме того, мы говорим о финансовых вызовах, с которыми сталкивается система выплаты населением из своих собственных доходов, то есть оплату системы. Хранение услуг, очень высокая эта доля, и мы должны провести необходимые радикальные изменения, но для этого мы должны знать, какие это имеет последствия. То есть это обозначает больший мониторинг по неформальным выплатам на медицинские услуги и создание базы данных. Мы также работаем над новой национальной политикой, и этот документ помогает нам в этом образе. Мы работаем в Европейском офисе ВОЗ совместно по оценке нашей системы медицинской информации. Мы определяем разрывы, пробелы, собираем данные, формируем базы данных, включая цифровые технологии, для того, чтобы данные, которые мы собираем, были достоверными, чтобы обеспечивали наши усилия в этом направлении, и с тем, чтобы был прогресс, чтобы вся эта статистика позволяла нам адаптировать наши усилия. Кроме того, мы формируем нашу политику на основе этих баз данных, для того, чтобы улучшать прогресс в области осуществления наших инициатив. Мы сделали очень многое для того, чтобы охватить максимальное число населения, многое делаем для целей профилактики и так далее. И будет разрабатываться новая стратегия, которая будет учитывать все эти вопросы и вызовы. Нам предстоит еще многое сделать, и Insight — это великолепный инструмент, позволяет нам реально оценить, что происходит в реальном времени. Это очень важная информация с точки зрения понимания наших действий и усиления этих действий, а также с точки зрения международного взаимодействия с тем, чтобы была сопоставимость, с тем, чтобы мы могли работать совместно с нашими партнерами по реализации ЦУР ООН. Мы также работать и далее с страновым подразделением ВОЗ Черногории и работаем на наших баз данных с тем, чтобы это позволяло нам продвигаться вперед и проводить объективное сопоставление этих данных с другими странами и другими партнерами. Виктор Аршавский, я представитель ВОЗ в Таджикистане. Я представляю госпожу Рахимову, Министерство социальной защиты и здравоохранения Таджикистана. Я не буду рассказывать ей о профессиональной деятельности, но тем не менее несколько слов. Когда я приехал в Душанбе, это было, думаю, был кризис. То, что мы видим в докладе генерального директора, двойное направление, это означало нас, что они делали акцент и направляли ресурсы на борьбу с пандемией, но в то же самое время, это двойное направление, поддержка своих систем здравоохранения, максимальный охват населения, усиление этих услуг, финансирование систем здравоохранения и других моментов,
то есть то, что является нормальной работой. И госпожа Рахимова сыграла важную работу как координатор ВОСа. Она также координировала и всех других партнеров в области развития, которые оказывали помощь Таджикистану. То есть двойной трек, двойное направление пандемии с одной стороны, и с другой стороны координация всех видов развития, деятельности по вопросам развития, направленных на укрепление системы здравоохранения. Спасибо за то, что вы согласились выступить здесь. Большое спасибо. Если вы позволите, я сделаю свою презентацию на русском языке. Позвольте выразить слова благодарности от имени правительства Республики Таджикистан, правительству Израиля за столь теплый прием и проведение данного мероприятия в рамках 72-й сессии регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для Европы. Что я могу сказать в отношении обзора для Республики Таджикистан? Таджикистан прилагает все усилия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. И доказательством тому является то, что наш показатель по индексу ВОУС по мере продвижения к целям устойчивого развития по индексу 3.8.1 вырос на 60% с периода 2000 года по 2019 год. Мы приветствуем обзор для Таджикистана как полезный инструмент, который позволяет добиться мобилизации и привлечения ресурсов, необходимых для дальнейшего продвижения. Он позволяет нам наглядно демонстрировать Министерству финансов наши успехи в доведении государственных расходов на здравоохранение до среднего уровня по Центральной Азии, так как позволяет, значит, показать им, насколько далеко нам еще предстоит продвинуться в вопросе зависимости от неформальных выплат, то есть выплат из собственных средств. Обзор позволяет демонстрировать проблемы, с которыми мы сталкиваемся в количестве, то есть недостатки предоставления практикующих врачей и медсестер на 1000 населения. Объективно показывает и наглядно показывает, что, к сожалению, у нас до сих пор имеется недостаток в практикующих врачах для предоставления качественных услуг. Он также одновременно демонстрирует нашим партнерам по развитию то, что мы движемся вперед, но при этом мы очень нуждаемся в их поддержке в определенных областях. Слайд первый, да, у нас на этом. На первом слайде вы можете обратить внимание, предоставлен график из инсайтов по эффективному лечению туберкулеза и соответственно тому, как это повышает ожидаемую продолжительность жизни. Взгляд Таджикистана отражает то, как мы организуем обзор достигнутого нами прогресса и трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Однако мы особенно гордимся нашими достижениями в области иммунизации и нашими достижениями в области вакцинации детей и реагирования на вспышки. Всего 20 лет тому назад около 17% детей не имели возможности получать прививку АКДС, третью, но уже к 2019 году нам удалось повысить, значит, и защитить 97% всех детей. Что касается кори, то наши показатели также являются заслугой всех тех, кто участвует
в оказании первичной медико-санитарной помощи, а также региональных и национальных органов власти. 90% детей охвачены первой дозой, и 97% детей охвачены второй дозой. Этими цифрами министерство может по праву гордиться и высоко оценивать наше сотрудничество с международными партнерами. Мы также сотрудничаем с ВОЗ и Глобальным альянсом по вакцинации для достижения целей Европейского плана действий в отношении вакцин. ВОЗ, как вам известно, сертифицировала нашу страну свободной от полиомиелита в 2002 году, и нам удалось получить вторичное подтверждение сертификата в прошлом году. В 2016 году мы смогли ликвидировать корь и краснуху. Мы также добились значительного прогресса в снижении серораспространенности гепатита В с 12% до 2%, и значительно приблизиться к нашей цели, это менее 0,5%. Как показывает обзор, нам еще предстоит сделать многое. Но у нас в руках разработка таких, как, например, кампания против столбняка, дифтерии, которые были начаты для детей в возрасте от 3 до 24 лет с помощью подходящей для их возраста вакцины. Следующая актуальная проблема, которая до сих пор является проблемой для региона, является туберкулез. Это еще одна работа, в рамках которого у нас имеются определенные прогрессы, то есть эта работа находится в процессе. За последние десятилетия мы боремся с вызовами, с которыми столкнулся весь регион, и мы ощущаем на себе поддержку международных партнеров по развитию, включая Всемирное здравоохранение, Глобальный фонд и USAID. Мы сделали это приоритетом правительства, и несмотря на проблемы управления поставками лекарств и обеспечения их качества, мы смогли утвердить национальную противотуберкулезную программу, которая обеспечивает доступ к новым схемам и режимам лечения туберкулеза как с множественной, так и с широкой лекарственной устойчивостью. Оценочная распространенность туберкулеза снизилась с 457 на 100 тысяч населения в 2000 году до 128 в 2014 году. Сейчас мы находимся на среднем уровне по Центральной Азии и значительно смогли улучшить охват лечением до 68,3% в 2017 году. Мы с нетерпением ожидаем следующего обзора, в котором будет отражен прогресс снижение заболеваемости до среднего показателя по Европейскому региону ВОЗ. Слайд второй, пожалуйста. Список приоритетов, которые отражают точку зрения странового офиса. Как и во всех других вопросах, система здравоохранения важную роль играет вклад Министерства финансов, Министерства образования, а также местных органов власти. В данном случае обзор полезен как инструмент для устанавливания контактов с другими министерствами и ведомствами, а также с нашими международными сообществами. Как и при любом прогрессе в системах здравоохранения, существуют связи со всеми другими направлениями: персоналом, который проводит вакцинацию, финансированием вакцинации, медицинскими работниками, которые это проводят, и организацией, и, соответственно, коммуникацией в рамках этого. Мы будем использовать доказательства того, как, увеличив расходы на здравоохранение, мы сможем улучшить показатели страны на международном уровне, чтобы стимулировать более активную работу над сокращением неформальных выплат, потому что мы можем показать разрыв с регионом, но и также, что какие реальные выгоды могут быть достигнуты национальными усилиями. Четкое и лаконичное сообщение о нехватке врачей и медсестер поможет нам обсудить с нашими коллегами в правительстве о необходимых мерах по улучшению удержания персонала и решения проблемы оттока кадров.
Обзор также послужит платформой для дискуссий с теми, кто поддерживает нашу работу по иммунизации. Как обеспечить достигнутые результаты и чтобы эти результаты способствовали укреплению потенциала первичной медико-санитарной помощи и укреплению здоровья населения в рамках нашей более широкой работы по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения. И в заключение я могу сказать, что Таджикистан гордится достижением действующих программ иммунизации, и мы смогли добиться больших успехов в борьбе с полиомиелитом, и перед лицом COVID смогли распределить вакцины по их мере поступления, так и сохранить значительную часть. Данный обзор показывает наши успехи, которыми мы можем поделиться и с другими нашими партнерами. Мы с нетерпением ожидаем очередного регионального комитета для того, чтобы вернуться к вам с доказательствами нового прогресса в реализации европейской программы и наших новых национальных достижений. Спасибо. Спасибо большое за вот вашу презентацию. У нас осталось немного времени для проведения дискуссии, обсуждения. Спасибо за то, что вы присутствуете здесь. Например, основатель знаменитой обсерватории по системе здравоохранения, представитель ВОЗ. Также вы основатель первоначальных изначальных докладов о системах здравоохранения в Европе, поэтому приглашаем вас для обсуждения. Спасибо за ваше приглашение. Отцы, матери, основатели, это не только я, но и мои коллеги. Большое спасибо за работу ВОЗ, за представителей ВОЗ в странах. Мы должны завершить работу через 7 минут. Вопрос к вам. Вы как, удовлетворены вы результатами? Возможно ли за это время все это понять, насколько эффективен этот инструмент, этот механизм? Лично я это понял. Я понял многие виды направления работы по вызовам, финансирование, например, на доступ к медикаментам, ну и так далее, и так далее. То есть передовая практика и результаты, то, что мы можем использовать в нашей повседневной деятельности. И это позволяет нам сосредоточить наши усилия в наиболее приоритетных областях Черногории. Спасибо, спасибо вам за то, что вы говорили об этом и напомнили нам о совместной нашей работе, что мы должны продолжать нашу работу в этом направлении. И, конечно, Центральная Азия и Таджикистан. А теперь хотел бы узнать ваше мнение этой серии инсайта, насколько они являются эффективными, эти инсайты, насколько они являются важными для всех нас. Я надеюсь, что вы расскажете об этом. А также вот вы, но, наверное, прежде всего Всемирный банк, вот вы, потому что очень активно работаете. Таня, одну минуту вам даю, чтобы вы сказали, насколько великолепен этот инструмент. Пожалуйста. Действительно, это очень важный инструмент, инсайт, серия инсайтов, потому что это позволяет нам оценить реально тот прогресс, который осуществляется в странах по реализации наших программ.
These progress products are very complementary to the analysis that the World Bank does with its our client countries. И, конечно, дополнительная работа, которую проводит ВОЗ с нашими партнерами в этой области. И, конечно, компаративный элемент, сопоставительный элемент – это также очень важно. И здесь я конкретно хотел бы отметить то, что было сказано Израилем по регулированию частных схем страхования, как это вписать в систему государственного здравоохранения, с тем, чтобы оба направления регулировались, а также было в наличии необходимое количество медикаментов, кадров, ну и так далее, то, что он говорил в этом отношении. Большое спасибо. И теперь у вас... Спасибо большое. Именно этого мы и добиваемся. Мы хотим понимать, что происходит в Израиле, в Таджикистане, и чему мы можем у них научиться. Именно к этому мы стремимся. Сейчас хочу предоставить 30 секунд, это как сообщение в Твиттере, потому что у нас очень мало времени. Да, лучше всего для того, чтобы похвалить эту серию, подходите вы, но... Я была очень довольна исследованием по УПП. Это прекрасная возможность узнать мнение друг друга и извлечь уроки из опыта друг друга. Мне очень понравилась эта идея. Такого обмена. Спасибо. Да, это действительно было почти как сообщение в Твиттере, очень лаконично. У вас 30 секунд. Я вас знаю, нам нравится общаться часами, но я могу выделить только 30 секунд. Да, Джаклин Байумен, Европейская ассоциация исследования ожирения. Медики, медикам это очень нравится. Нас интересует, сколько будет стоить государствам, если они не будут предпринимать рекомендуемых шагов. Второе. Мы очень рады, что эта серия охватывает страны за пределами ЕС. Мы очень рады, что сюда включили и страны за пределами ЕС. Надеюсь, я уложилась 30 секунд. Да, мы сотрудничали с Европейским Союзом и работали над созданием профилей стран за пределами ЕС. У вас 30 секунд, прошу вас. Спасибо большое. У меня два вопроса. Это очень интересная, полезная серия. Я представляю Армению, Министерство здравоохранения. Первый вопрос. Как часто будут обновляться инсайты? И второе. Есть ли у вас планы расширить эти обзоры, сделать их более детальными? Или вы планируете сохранить их такими лаконичными? Первое. Мы надеемся их обновлять как можно чаще. Нам всем нравятся длинные документы. Мы будем обновлять инсайты каждый год. 15 секунд у вас. Я директор ЮФА. В ЮФА нам очень нравится иметь четкие данные для проведения тех или иных политических мер. И эти инсайты также усилит наше партнерство в европейском регионе. Это хороший инструмент для того, чтобы начать вести дискуссии с государственными членами. Спасибо. Ну и сейчас в качестве подведения итогов Сузи спросил нас об общем понимании, понимании в сравнении и понимании того, что, как действовать дальше. Общее понимание, мы этого добились. Все поддержали принципы научных данных. Мы можем быть критичными, но конструктивными. Государства, члены понимают, что им нужны определенные ориентиры. Далее, сравнительное понимание.
мы говорили об этом для внедрения передовых методов работы, но это также важно для отслеживания перемен со временем. Несправедливо сравнивать страны, находящиеся на разных уровнях развития. Поэтому упор на тенденции, на прогресс. Говорили о Грузии, например, и мы увидели, что прогресс фундаментален, потому что вы начинали в очень сложной ситуации, и улучшение, расширение охвата было просто колоссальным. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это были более детальные документы, но нам нужна основа, чтобы понять общий контекст. И последнее, Нина говорила, что эти обзоры готовятся для принятие мер. Это должно стимулировать соответствующие действия со стороны государств-членов. Они должны задуматься над тем, как действовать дальше. Это крайне важно. Нужно улучшать качество научных данных, об этом мы говорили. Каждые два года мы будем искать новые сферы, которые мы будем помещать в наш фокус. И сможем выпускать такие обзоры каждые два года. Пожалуйста, поддержите нас, будьте также критичными, проявляйте скептицизм. Это поможет нам улучшиться. Спасибо большое, Сузи. Спасибо моим коллегам Берну. Спасибо всем, кто присоединился к нам, моим коллегам в страновых отделах. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Гунда, вам слово. Спасибо за то, что так прекрасно вели это мероприятие. У нас нехватка времени. Спасибо большое за участникам дискуссии, за их лаконичность. Мы очень ценим это. Наш оригинальный директор Ханс сказал, что в конечном итоге самое главное — это полезность такой серии. И я в качестве вывода могу сказать, что такая серия Insight будет очень полезной для всех стран, а также для тех, кто представляет соответствующие организации. Поэтому хочу еще раз выразить благодарность всем вам. Спасибо за то, что посвятили ваш обеденный перерыв нам. У нас осталось 7 минут для того, чтобы выпить кофе, и мы встретимся в зале для пленарного заседания. Спасибо большое.